Всем привет! Сегодня я покажу, как при помощи айфона незрячему определить номинал банкнот. Вообще, я уже показывал, как при помощи Android смартфона я определял деньги, и ссылку на это видео я дам в описании. Но тогда меня в комментариях спрашивали, а как дела обстоят с айфоном? И главным образом интересовал этот вопрос украинцев, потому что на то время на айфоне не было приложения, которое бы определяло гривны. В России люди давно используют приложение LookTelMoney, сейчас, кажется, оно по-другому называется, но мы всей Украиной писали разработчику, чтобы они добавили гривну, но нам так даже и не отвечали. В общем, так гривну никто и не добавил. И вот недавно в комментариях один из наших зрителей мне написал, что появилось новое приложение Cash Reader, а есть оно под iOS и Android, и среди прочих валют она распознает и украинскую гривну. Я, конечно же, сразу установил его на iPhone и протестировал. Приложение работает без интернета, поддерживает более 40 валют, есть и российский рубль, и украинская гривна. Приложение платное, в бесплатной версии узнает только 3 или 2 наименьших номинала банкнот. На сайте написано 3, а в App Store 2. Так я и не понял. 3 или 2, но не важно. Можно активировать полноценный 14-дневный демо-режим, в котором работают все функции. После чего, если вам приложение понравится, купить его. А стоит оно $18. Интерфейс максимально простой, я попробую выдрать скриншоты с айфона и показать его. В настройках есть возможность выбрать желаемую валюту, или если вы имеете дело часто с разными валютами, можно все сразу выбрать. Одной из функций данного приложения является возможность получать информацию о номинале купюр через вибрации. И в настройках можно ознакомиться с шаблонами вибраций для каждого номинала. Можно задать скорость вибрации, а также включить вибрацию только в беззвучном режиме. Но этот режим нужен для конфиденциальности или шумных мест, где не слышно синтезатор речи нормально. Кстати, это приложение рассчитано и на слабовидящих людей, и в настройках есть черно-белый режим. Я, честно говоря, не знаю, как оно для слабовидящих работает, потому что сам ничего не вижу, но могу предположить, что показываются цифры, которые соответствуют номиналу банкноты. Как бы крупно и контрастно. Я сейчас тоже попробую сделать скриншот, а вы напишите, пожалуйста, в комментариях, что там изображено, когда распознается гривна. В общем, не будем тянуть кота за хвост и перейдем к делу. Вот я привлек для тестирования Ваньку, у него я буду спрашивать, не обманывает ли программа. Ванька, поздоровайся. Привет! Всем привет! Я взял две купюры. Одна более такая новенькая, одна такая совсем потрепанная. И сейчас я запущу приложение и узнаем, что это за купюры. Вот я запустил Cash Reader. И сейчас я ему покажу деньги. Сейчас сделаем громче. 200, говорит. Перевернем. Ну что, Вань, правда? Правильно. Отлично. Сейчас мы возьмем вторую, которая потрепанная купюра. Ну-ка. 10. Ну, с другой стороны. 10. Тоже 10, говорит. 10. Ну что, Вань? Правда. Правда? 10. Ну все, работает. Приложение распознает очень быстро, и для этого, кажется, даже не нужна полностью купюра. Я сейчас попробую половинку ей показать. Складываем купюру пополам и показываем. 200.
Человек, который рассказал мне об этом приложении, сообщил, что оно не узнает гривны в новом дизайне. Это 20, 100 и 500 гривен. Но вроде как разработчики об этом знают и должны их добавить. Я, правда, еще не сталкивался с этим. Не так давно просто пользуюсь этим приложением. Кстати, есть еще одна возможность, которую я не опробовал. Это отправка фотографий купюр, которые были неудачно распознаны, чтобы разработчики могли разобраться в проблеме и внести корректировки в приложение. Если у кого-то есть другие приложения, которые распознают номиналы банкнот, пожалуйста, установите кэш-ридер и протестируйте, сравните, о результатах напишите в комментариях. Я ссылку на это видео отправлю разработчикам, и они увидят комментарии, смогут что-то улучшить или дадут ответы на какие-то вопросы. Ссылки на сайт приложения и на приложение в App Store и Google Play я оставлю в описании. Заходите, качайте, пользуйтесь и пишите о результатах. Сейчас мы с Ваней сгоняем на базар, он хочет еще там рыбалку, нам дадут сдачи, и мы вернемся и проверим, не обманули ли нас, когда сдачу давали. Вот как несчастные дети в городе рыбачат. Вот что, пока нас поймали, успел. Вот рыба, вот она! Вот рыбка. Вот двойной улов у меня случайно случился. Сперва я вылавливал ската ситом, тогда еще не заметил, что у меня на удочку клюнула вот эта вот рыбка зеленая. Так не ситом, а с очком. А вот это сита. Ну и вот мы вернулись домой. Сдачу нам дали, сказали, что тут должно быть 20, 10, 5 и 2 гривны. Сейчас мы это проверим. Запустил я программу Cash Reader и беру купюру. 20. Правильно. 20. Правильно, да, Иван? Да. Так. Следующее. 10. Правильно. 10. Единица, это не случайно не единица? Не знаю, что это сейчас. Тихо. Пять. 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 Так. Я поставлю эту гривну. Ну, ну давай, покажи ей, покажи. Две. Правильно. Все правильно. Все правильно, нас не обманули. Как-то раз она на единичку говорила десятка, она была совсем-совсем такая. Да. Замученная. Ага. А так я доволен работой программы, работает довольно быстро. Вот они в таком себе состоянии, эти купюры, и не так быстро. И, в общем, чем лучше состояние купюры, тем быстрее происходит определение. А я буду закругляться. Вот такое вот интересное приложение. До новых встреч. Пока.